друзья, с вами Павел Бирюкович и компания Telepro. Сейчас мы находимся в квартире, где запущен теплый водяной пол, сухой глазки. У нас есть тепловизор, и мы можем посмотреть, как он работает. Вот у ребенка управляющие термостаты, электрокотел работающий. Мощность котла 4,5 кВт. Он установлен как резервный. Вот у нас комната. По всей площади комнаты уложен теплый пол. В самой холодной средней точке, где у нас петля, температура 15 градусов. Средняя температура 17. Температура подачи 18 градусов. Вот теплый пол в кухне. Хочу заметить, что эта квартира единственная с отоплением на двух этажах, то есть на верхнем и на нижнем. Поэтому котлу в 4,5 кВт приходится отапливать не только свою квартиру, а еще и соседей. Как мы сейчас увидим, температура на внутренних стенах местами достигает 8 градусов тепла. То есть промерзание происходит по стене соседями. Мы проводили теплоаудит квартиры снаружи, со стороны балконов. Промерзаний в этих точках, которые мы видим, нету. Вот стена внутренняя, на ней 10 градусов Цельсия. Поэтому логично, что котлу в 4,5 кВт очень сложно отопить и свою квартиру, и соседскую. Вот теплый пол в ванной. Как многие беспокоились о креплении унитаза, сейчас покажем, как он крепится к полу. Здесь тоже точка промерзания есть, которая уйдет, когда соседи начнут топить свою квартиру. Унитаз у нас посажен на силикон-клей. Никаких вопросов с таким решением нету. По всей квартире у нас уложена плитка. Ровность вы можете видеть. Со швами никаких вопросов за 3 месяца не возникло. В дальнейшем мы снимем видео про тест пенополистирола, который мы используем. На данном этапе у нас все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До встречи в следующих видео.